Олимпиада в Сочи с самого начала вызывала очень большие вопросы, потому что это зимняя Олимпиада, которая проводится в южном курортном городе. А причины такой колоссальной радости, причем радости и на государственном уровне, и в значительной степени на общественном, хотя в меньшей степени, больше на государственном, с самого начала были мне не вполне понятны. То, что выбор Международного олимпийского комитета выпал именно на город Сочи, вовсе не свидетельствует о каких-то безумных политических или иных других победах нашей страны. Олимпийские игры проходят в самых разных странах, и в великих державах, и в странах небольших, и в передовых, и в отсталых. Само по себе это ни о чем не говорит. Но денег требует огромных, и далеко не везде эти олимпийские игры окупаются. У нас очень сложная социально-экономическая ситуация, и поэтому беспокойство по поводу перспектив Олимпиады, по поводу того, как будут отбиты деньги, которые потратятся на Олимпиаду, а деньги огромные, это беспокойство, конечно, присутствует.